Друзья, попробуйте сейчас вспомнить самую эпичную, самую масштабную игру, в которую вы когда-либо играли. Вспомнили? Так вот, забудьте, потому что сегодня мы будем играть в игру Earth Defense Force, в которой обычные маленькие люди сражаются с максимально огромными монстрами. И это еще не все. Этих монстров миллионы. И я не преувеличиваю, сейчас вы сами все увидите. Ну а меня зовут Перпетум или же Александр. Всем доброго времени суток, друзья. И если вам понравится этот ролик, вы всегда можете поддержать меня с помощью... Что это падает? С помощью лайков. Эту миссию я еще не играл. В общем-то, сюжет здесь совсем не важен. Здесь важны сражения. В общем, что происходило? На нашу базу напали пришельцы, и они выпускают огромных муравьев. Вы только на них посмотрите, их много, они спавнятся, спавнятся и спавнятся, и пора бы их уже отстреливать, но их слишком много накопилось. Но это первая волна. Первая волна всегда простая. И да, эти муравьи погибают быстро. Не знаю, почему столбы пульсируют, может быть, их надо уничтожить? Да, это довольно логично. Они загораются, когда я в них стреляю. Пока мои ребята разбираются снизу, я попробую уничтожить этот столб. Чтобы муравьев было, ну, все-таки немножечко поменьше. А еще у меня есть вот такая штука. Как из нее стрелять? А, она, видимо, только против воздушных целей. Зря я ее взял на эту миссию. Ладно, буду с обычной винтовкой сражаться. Не знаю, что за патроны мы используем, но посмотрите, как разлетаются муравьи. Просто вдребезги. И иногда доходит до того, что можно стрелять вообще в любую сторону, и ты по-любому в кого-нибудь попадешь, потому что их очень много. Ну ладно, я отвлекся от главной задачи, потому что мои ребята почему-то этого не делали. Кстати, можно ли управлять техникой? Нет, по крайней мере, пока я техникой управлять не могу. К сожалению, так, уберите этот знак, он меня... раздражает. Это, видимо, для нашей команды. Пункт назначения. Ладно, пускай немного повисит. Он мне не сильно мешает. Как убрать его, я понял. Давайте разбираться со следующим столбом, но пока урона... Там еще падают столбы. Погодите, я еще с этим не разобрался. Урона я ему, похоже, не наношу. Так, с враги по кругу. Враги повсюду. Нас гораздо меньше. Но мы побеждаем. Ладно, пойду к этому столбу. Чувак бегает очень странно, не находите? Я ничего не вижу, когда он бежит. Стой! Фу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ребят, ну может быть как-то подойдете ко мне, поможете? Я не могу один всех муравьев отстреливать. Или могу? Или могу, действительно. Так, сладненько, пока справляюсь. Главное уворачиваться от их выстрелов. Они не пытаются меня кусать, они плюются какой-то непонятной кислотой. Так, достаю теперь до башни, отлично. Все, не обращаю ни на что внимания, просто разрушаю башню. Надеюсь, мои друзья, товарищи, отойди... Все-таки справятся с муравьями, меня никто пока еще даже ни разу не покоцал, в меня никто пока еще ни разу не попал, но они постоянно, ой-ой-ой, пытаются это сделать. Стоять, муравьи, я остановлю вас. Все, почти готово. Минус башня, отлично. Фух, ну это атака пришельцев, хотел я сказать, отбита, и тут прилетает новый столб. Что ж, будем и там. Эй, далеко от меня, лучше бы он появился где-то поблизости. Хотя, наоборот, лучше в центре. Мои чуваки как раз будут отстреливать муравьев, но, по-моему, их становится только больше и больше. Могу ли я отсюда попасть? Эх, дальности не хватает. О, другое дело, кто там сзади? Ничего себе, вы чего такое выдумали? Вот это я понимаю. Мертвые муравьи, это мертвые муравьи. Это хорошо, когда они мертвые. А скоро события вообще должны перенести меня в какой-нибудь мегаполис. Там огромные монстры, не только муравьи здесь будут, конечно же. Начнут разрушать города, появятся пришельцы, огромные роботы. В общем, в этой игре возможностей. Тут тысячи пушек, тысячи прокачек. Эта игра очень большая. Сегодня попробовал впервые в нее поиграть. Давно, давно видел ее, но все никак не решался купить. Довольно дорого она все-таки стоит. Такс. Ну что, и тут мы справились. Так, снова и оружие. Надо эти боксы поднимать. Оба-на, тут еще. В каждом боксе, по идее, лежит новая пушка для каждого из классов. Чего? Не-не-не, вы прикололись. Это явно прикол какой-то. А, фух, эта миссия завершена. Что же будет дальше? Сколько этих столбов? Жестко как-то. Ну окей, что я получил? Новую броню. Для рейнджера класса я получил какой-то бёрнер. Это, видимо, огнемет. Для вингдайвера я получил магбластер. А для фенсера
Vibrahammer F3. Не знаю, что такое, но сейчас будем разбираться. Так, давайте выберем, наверное, другой класс. Есть Wingdiver, это летающая чуиха, но у нее такое странное оружие. Есть Air Rider, он, видимо, сражается с воздухом. А есть Fencer, короче, тяжелый чувак, который едва ходит. Мне он не сильно нравится. Ну ладно, давайте в этот раз выберем Wingdiver'а. Заменю ему второстепенное оружие, это будет Mag Blaster. Что он делает, узнаем. Первое оружие — это Power Lance, силовое копье. Пульс Машин Ган я тестил, не очень. Плазма Кэнон, давайте ее возьмем. Плазма Кор, что бы это ни значило, я не знаю. А, от этого зависит скорость стрельбы, потому что стреляет она не патронами, а в основном пучками энергии. Бронька. Стоп. Что? Минимум, максимум, чё это, непонятно. С броней пока еще не разобрался. Ладно, играем за Wingdiver'а. Следующая миссия. Shattered Peace. Поехали. Получается, что базу нашу мы отбили, все закончилось хорошо. Я быстро справился со столбами. А куда делись те столбы? Оба-на, мы в городе. Отлично. Отлично, вот сейчас будет уже поэпичнее. Взлечу-ка я, посмотрю, что здесь вообще творится. Ну, довольно много муравьев. Ну, не так уж и много на самом деле. Плазма Кэнон. А, я понял. Нужно заряжать, потом стрелять. Чем сильнее заряжаешь, тем мощнее выстрел. Что вы делаете? Танки? Погодите. Да зачем вы все разрушили? Я сам хотел этим заниматься. О-хо, мощный взрыв, но... Долго заряжается, давай еще разок. Пэмс! Вот это я понимаю. Пэмс, ладно, следующая пушка Mag Blaster. А, ну это просто бластер. Можно парить над небесами и всех обстреливать. Отлично, а могу ли я дом уничтожить? Ну-ка. Плазма Кэнон. Ну да, что-то дома я сам по себе не особо разрушаю из плазма оружия. Танки с этим справляются гораздо лучше. А если в этот дом... Ну, вроде бы как бы и остался след, но как такового демеджа не чувствуется. Нет, разрушается, отлично. Полная разрушаемость мира, это круто. Ну что, посмотрим, какова дальность у плазма Кэнона. Да летит... Куда он полетел? Я же точно в цель выстрелил, смотрите. О, сейчас полетел в точку. Почему в первый раз этого не было, я не знаю. Надо немножко выше целиться. Короче, пока вы расправляетесь с муравьями, я буду ломать... Стреляй же. Купола. Столбы. Наверное, винтовка обычного... Вот куда опять она выстрелила? Винтовка обычного рейнджера, наверное, справлялась с этой задачей побыстрее. Чё-то плазма Кэнон вроде бы и мощный, и муравьи разлетаются. Но столбы не падают. Опять куда-то косо она стреляет. Ладно, если с Mag Blaster'а... Не достаю. Можно это легко исправить. Можно еще и зажать. Отлично! Ха-ха-ха! Чё дэмэджа мало-то так? Ладно, я посижу наверху пока. Я посижу здесь. Здесь удобно, здесь хорошо, можно прямо отсюда отстреливать. Так, а что там на земле происходит в этот момент? А, муравьишки. Здорово. Нормально, нормально выжигает бластер. Оба-на! А что, почему бы не сделать вот так? Читер! Я читер! Ха-ха! Наверняка это так не задумано, но ладно, если есть возможность залезть наверх и отстреливать. Привет, братишка, ты какого вообще здесь оказался? Погоди, да, вот так вот, минус. Продолжаем ломать башню. И, как я понял, у меня хп не так уж и много и брони. Эй, не туда стреляю. Чё-то эти башни ультрабронированные. Муравьи еще пытаются меня скинуть. Ладно, ребят, я ухожу отсюда. Так, закончились боеприпасы. Сейчас я упаду, разобьюсь. Да! Хорош! Ух, дамочка, это просто огонь. Залезу на крышу. Но и тут от муравьев спасения не будет. Они могут залезть в любую точку. Это вообще за милую душу для них. Ты чё стреляешь? Ха-ха-ха, куда же ты? Чё, стрелял, улетел, да?
Так, малыши, я иду к вам. Это что? Это муравей, который зацепился жвалами какими-то. Сдохните. Раньше меня убили. За здание это выглядело забавно. Выстрел. Почти прямо. Почти в цель. Еще один выстрел. Да чтоб тебя. Дамочка, когда ты двигаешься, я так понимаю, ты не можешь метко стрелять, да? Это твоя... Ну, стреляй. Это твоя ошибка, твой минус. Надо было брать здесь, наверное, тяжеловеса. Он бы справлялся с такими вещами очень быстро. Но я не знал, что снова придется взрывать башни. Так бы я именно его и взял. У него огромные пушки, огромные ракетницы, миниганы и все в этом духе. А эта дама, конечно, не может большую экипировку с собой носить. Ведь ей нужно летать. Стреляй. Там что-то про гигантский корабль они говорили? Я не вижу никакого гигантского корабля нигде. Но я буду рад, если он прилетит. Я буду рад. Так, муравьи. Заполнили весь город. Ну что, справлюсь с парочкой. Надо помогать своим товарищам. Куда? Что-то погодите, где это я? Эй, меня заперли. Фух. Только прицелился в муравьев и... Спустилась еще одна башня. Как назло. Ладно, сейчас я смогу это сделать. Не проблема. Брр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 рrr Здорово! Ха-ха-ха! Где ваши тела? А где ваши ноги? А где ваши рты, жвала? Что-то не очень, да, с вами? Сегодня дела обстоят. Привет! Ну, сорян, так бывает. Немного ушибся. Но меня это не остановит. Где танки? Где наша авиация? Где наши роботы? А, они бьются с муравьями, толком ничего не могут сделать. Ну, если не ломать башни, то муравьи будут бесконечно лезть. Поэтому по любасу нужно с ними что-то делать. Так, снова в небо. Жаль, джетпак не бесконечный. Вот тогда была бы крутота. Ладно, возьму другую пушку. Может, она будет все-таки получше сейчас. Привет. Да, пулемет даже, по-моему, был мощнее. С нескольких выстрелов убивал. А этот плазма... Макбластер такое себе. Удовольствие. Меня почти убили, елки-палки. Как они подпускают ко мне муравьев, когда они должны были просто прикрывать меня? Пока я на спецзадании. Ну почти же уничтожили. Давай. Давай, красотка, добьем это уже. Эту хрень. Взлетай. Ах, перегрев. Лады. Лады. Под конец вообще дэмэджа становится все меньше и меньше. Сначала луч как бы неплохой, а чем больше я стреляю, тем он тоньше и меньше урона наносит. Короче, надо к этой башне подходить с полным зарядом, тогда будет смысл. Тогда, возможно, она сломается. Вот сейчас. Бэмс! Да, отлично. Остается еще одна башня, я вижу... А, я думал, зеленые точки — это мои союзники. Но зеленые точки — это просто разбросанная всякая хрень по уровню. А союзничков-то моих, по-моему, нигде и не видно. Их все уже были, да, все куда-то поиспарялись. Похоже, муравьи оказались проворнее и мощнее. Ладно, у меня полный заряд. Самое время выпустить его сюда. Не заканчивается энергия. Стреляем до упора. Всю энергию выпущу туда. Ну а теперь можно перезаряжаться. Нет, реально, я не вижу танков. Ладно, надо бы броню восстановить, наверное, и хпшечку. Все взорвано. И бегать она быстро не умеет, только летать. Хпшечка. Еще немножечко хпшечки и пойдем в бой. Наверное, это последняя башня. Ну, поглядим. Я в этом не уверен. Да, хорош. Ну все, я теперь знаю, по крайней мере, как можно с ними справиться. Отлично. И как ломаются эти башни правильно. О,
Парковка. 0 дэмэджа. Эй, снаряды проходят просто сквозь машины. Какого? Так, и что теперь? Может быть, нужно зачистить оставшихся муравьев? Ну, давайте. Где тут их скопление? Вон снизу. Да, всего лишь минус один. Ладно, бластер в этом мне поможет. Перезаряжайся. Пускай они ползут прямиком в мои лапы. В принципе, по одному, потихонечку, полигонечку можно их вычищать. Правда, да. Даже одного не могу убить толком. Нужна тяжелая артиллерия. Танки вроде бы с ними справлялись неплохо, пока они не справились с танками. И остается буквально несколько муравьишек. Где-то прячутся здесь. Вот один. Ну чё ж ты убегаешь-то? Хорошо. Хорошо! Чё там спереди? Еще один купол! Да вы что? Блин, а я и не видел его. Ладно, отправляюсь прямиком туда. Буду использовать старую, проверенную, хорошую методику с полностью заряженным бластером. Еще и мега-корабль в воздухе. Не замечал его до этого момента. Давай. А зачем эта тарелка сюда прилетела? Чё происходит? Чё не задумали? Ладно, перезарядочка. Трачу время впустую, без демеджа. Поехали. Ха, муравей сам подошел под удар. Отлично. Что же будет дальше? Только не говорите, что придется ее уничтожать. Да, это, конечно, очень эпично выглядит. Она все ближе и ближе. Но боюсь, что одному мне с ними не справиться. С ней. Или она меня похитить хочет? Жестко как-то. Ладно, муравьи, пока с вами. Не смотреть, главное, наверх. Не пугаться раньше времени. Просто разбираюсь с вами. Сколько еще? О, три. Где? Сзади. Два. Два муравья всего лишь навсего. Где они? Все, справился, ни одной красной точки на карте. Получается, все зачищено, но космический корабль... Что, только прилетел, хотел я сказать. И, типа, я думал, это будет следующая миссия, но нет. Да, это будет уже потом. Сейчас нужно было ломать муравьев. Ну и на этом, друзья, я думаю, можно пока остановиться. Довольно веселая игра, как мне кажется. Надеюсь, вам тоже понравится. До новых встреч, удачи, пока.